Доброе утро всем. Я тут с утра пораньше. У меня сегодня визит к гинекологу. Вот. Давно уже, как говорится, сит убрала. И вот только мне во вторник, по-моему, позвонили. Сказали, что в пятницу в 9:30 у меня к врачу. Вот. Провериться надо. Ну и так, кое-какие вопросы есть. Поэтому... Вроде как ветра не было, сейчас какой-то сквозняк откуда-то появился. Вот, и иду, значит, к врачу. Эту ночь так плохо спала. Во-первых, у нас ветер поднялся сильный. А у меня белье висело. И вот я полночи думала, улетит, не улетит. Сегодня утром побежала бегом. Там одна вещь чуть ли не улетела, валялась на полу. Вот. Потом у нас сегодня дождь обещают. Похолодание. В общем, зима, приход зимы. Но так нормально. Знаете, ветра нет, когда у нас. И нормально, тепло, хорошо. Если у нас ветер, все трындец. Холод, зима. Такая вот ветра. Ну, я в одном костюме иду. Вроде бы нормально, не холодно. В общем, пойдемте в больницу. Я сейчас в горы иду. Так вот, в гору. Утренний спорт у меня, можно сказать, такой. Конечно, можно было бы на машине поехать, но я затратила бы больше времени на вуз, чтобы найти парковку, чем я пешком дойду. Ну и как бы приятное с полезным совмещу. Все-таки ходьба еще никому не вредила. Ну, конечно, вредит, наверное, кому-нибудь, кто болеет или еще что-то. Ну, в моем случае это только к лучшему. Такими я иду улочками, в которых можно заблудиться. Номер 75. Пасеан де Сакуэр. На входе проверяют температуру, дают маски, если надо, обрабатываешь руки. В общем, все надо, все работает. Что-то народу начинает много. Вот этой бабушке нужна такая вот штука. Работник пошел, принес кресло, чтобы отвезти бабушку, куда там ей надо. Ну все, я управилась. Блин, не говори. Волосы дыбом стоят. Пускай стоят. В общем, все нормально. Правда, кое-какие анализы направили. Ну, я сама направила, попросила, чтобы меня направили. Уж проверяться, так проверяться. Так ноги раздвигала, что, блин, у меня в бедре судорога свело. И теперь так болит вообще. Иду, хромаю вообще. Ой, блин, ну кто это? Процедуры это делает, знает. Тут у нас школа, что-то говорят. Короче, у меня день... Уже все про, как говорится, рабочий день у меня профукан. Что она там балаболит? Ребятишки там. Да замолчи ты уже. Мне это посмотри, а. В общем, она не затыкается. Так как день у меня... Сейчас время такое, 11 часов. И ни туды, и ни сюдым. То есть на работу ехать, пока доедешь, время уже будет позднее. Я пойду, знаете что, по магазинам пройдусь. Я клиентке своей я обещала... Ну как не обещала, а у нее вы жирный... волосы, поэтому я говорю, а почему ты не пользуешься, ну, шампунем сухим? Она такая, а что такое есть? Я говорю, ну да, говорю, хочешь, я тебе куплю. И, в общем, иду сейчас есть сухой шампунь из парикмахерской.
Даже не знала, что она здесь есть. Я в этих местах не хожу. Вот, и пойду сейчас ей куплю сухой шампунь. Потому что она говорит, она раз в неделю ходит, голову моет. И говорит, уже в пятницу, в четверг голова уже сильно грязная. Я говорю, ну вот тебе на 2 дня как раз шампунь сухой подойдет. И вот так вот пойду куплю, по магазинам прошмыгнусь. И клиентов, каких я могла, я их на вечер перенесла. Какие согласились. Поэтому сегодня вечером еду на работу. Что у меня там дыбом стоит, а? Ну ладно, пускай стоит. Это антенна. Принимает с космоса знаки. Вот видите, про что я вам все время говорила. Обещали дождь, но вовсю светит солнце. Ящички не взяла. Дождик же обещали. Блин, иду теперь, щурюсь. Не могу смотреть, глаза плачут, хромаю. Ой, не могу. Так, куда мне идти-то? А, в Приморье я хочу, значит, вот сюда пойду. Там ремонт делается. Смотрите, сколько народу нас ходит. Я кое-что прикупила в Приморье, купила шампунь. Вот. Ну и себе, естественно, кое-что прикупила. Смотрю, обувь какая-нибудь прикольная есть. Что-то, знаете, ничего как-то нету. Что бы мне понравилось. Так что пошла я домой. Не солоно хлебавшись. Чашку кофе. А, пойду вот тут пройдусь. У нас тут ремонт, дороги делают. Огоньки повесили. Вчера пробовали уже их зажечь, чтобы все было красиво. Надо как-нибудь выйти на улицу и поснимать все это. Так что... симпатично даже, ну, смотрите, девушка. Зима, холода, одинокие дома, моря, города, я как будто изо льда. Что-то как-то... Вообще люблю ходить по улицам, наблюдать, кто как одет. Зашла домой, а Чарли там сидит, так мне его жалко стало. И смотрите, обувь хотите? Коробки, все дела. В общем, вышла с ним погулять. Смотрите, у нас все-таки погода портится. И прям похолодало так вообще. Холодрыга. Сейчас погуляю тут с ним немножечко. Еда у меня готова. Так что готовить не надо. Новый год еще даже не прошел, а уже валяются елки на мусорке. Ну, это не на мусорку. Здесь товарищи алкоголики, наверное, засиживаются. Бутылок сколько. Какая-то собачка там так плачет. Слышите? Щеночек, по-моему, какой-то. Так что вот, уже елки выбрасывают. Я еще не нарядила, а тут вот выбрасывают уже. Вот тут всегда птички поют, а что-то сегодня тишина. Наверное, чувствуют непогоду. Так, что я тут приобрела? Сейчас посмотрим. Примор купила... Ой, блин, машину надо было отправить. Вот такой шампунь клиентки. Вот, он стоит всего 2 евро, представляете? Там есть для разных цветов. Вот я взяла для блондинки, потому что она блондинка. Здесь даже на русском написано. И что мы там ищем, Чарли? Там ничего нет для тебя. Сухой шампунь, блондинка и свет. Так что вот, пускай попробуют. Понравится ей, не понравится. Такую вонючку взяла в машину. Вот. Чистотой пахнуть будет. Чистотой пахнуть будет. 2 евро тоже. Такая бутылочка классная. Такая прям мягенькая. И красиво будет. И вот такие себе взяла. Эти.
как их назвать-то, краситься, чтобы. Щеточки, не щеточки, кисточки, во. Кисточки бамбуковские, 100% вегановские. 4 штуки. Мне вот понравилось, что мне именно вот нужны были такие, чтобы для растушевки. Тут даже вот нарисовано, что куда. Смотрите, в общем, она стоила 8 евро. И взяла много всякого сахара. Я как у меня стевия закончилась, ну вот классику взяла. Это стевия. Спросила там у женщины, говорю, такой магазин, знаете, он для вот там чай, кофе, диетические продукты, не ирбаларио, ну травяной как бы там полезный, а вот именно вот такие вот чай, кофе. И я говорю, ну а что есть кроме вот стевии? Потому что стевия все равно дает, надо ее вот так помять, чтобы помельче было, потому что там прям листья листовая такая. Я говорю, кроме стевии, потому что стевия все равно дает привкус. Она говорит, ну вот есть вот такой ксилитол. И это из какого-то дерева, она сказала она мне, из какого-то дерева. Тут есть калории, но их совсем мало. То есть на 100 грамм 242 килокалории. Ну сколько я там, 5 грамм, может быть, насыплю в это. И выглядит вот как сахар. Попробую. И вот такой взяла кокосовый сахар. Тоже попробовать. Здесь 385 килокалорий. Ну, тоже не совсем немного. Я попробую. Ну, женщина тоже говорит, а она тоже на стевии там сидит. Я пью утром, например, с сахаром. 1,5 ложки маленькие кладу сахара в это, в кофейный напиток. А вот днем я воду же не пью, я пью очень много всяких разных чаев, травяные чаи. Я не люблю ни сладкие, я не понимаю, хоть ты вот пробовала, ну и вообще, Чарли не знает, с какой стороны ему с игрушкой залезть. Там обошел никак, тут обошел, а игрушка-то большая, да, вот как он ее любит, вот как он ее любит, игрушку свою, любовь, да. И вот, что хотел сказать, не знаю. В общем, будем как-то заменять, пробовать. Хочу вот этот смешать с этим, и должно быть вкусно. Пишите в комментариях, пробовали вы кокосовый сахар, или вот этот даже какой-то абидуль. Это дерево такое абидуль. И вот из этого дерева достали вот этот сахар. Что только не придумают, а? Так, в общем, я сейчас достаю... Вообще, я перепутала сегодня, знаете что? Сегодня у меня написано доставка вот этой вот щетки из-под для пылесоса, что пятница. А какая пятница? Я даже не посмотрела. Сижу, мужу говорю, сиди дома, жди посылку. Вот, он говорит, а когда должна прийти? Я говорю, сегодня с 9:45 до 12:45. Пока я приду, ты сиди дома. Он сидел, потом я такая, дай чуть загляну, пока доктор ждала. А это, оказывается, 11 числа на следующей неделе. Пишу ему, говорю, все, иди, свободен, отбой. Он говорит, нет, а как же я Чарли одного оставлю? Я говорю, да и что с ним будет? Вот он сидел, пока я не пришла, вот с этим товарищем. Хотя он прекрасно может один посидеть пару-тройку часов, ничего с ним не случится. Но вот ему жалко стало. Такой сладкий такой, потому что это моя радость, моя любовь, да? Иди поцелуемся. Иди поцелуемся. Бен, беситу. Что-то нет у него желания в мою беситу. Беситу. Не хочет. Целовать. Ладно, буду я доставать старый пылесос. Сейчас все про пылесос, он у меня проводной. И потому что еда-то готова, а делать-то надо что-то. Вот займемся чистотой.
приготовила себе обед. Пожарила котлетки в шайтан-машине. Смотрите, какие они шикарные. Винегретик. И чай заварила липовый. Зеленый чай там. Ой, липовый. Облепиха, черная смородина, зеленый чай. И еще у меня там будут каштаны. Сейчас жарится, в общем, парится. Всем приятного аппетита. Пришлось на склоне парковаться. Тут так где-то склон. Приехала на работу. А там у нас что-то дорога, вот у нас же тут улица-то, одна в одну сторону, другая в другую. И перекрыли, что-то, видимо, делают. И думаю, блин, что мне теперь назад спускаться? И пешкарусом идти? Ну нет, там вот припарковала. Хорошо, хоть места. Чарли Баму, мэнь пураки. Ветер такой у нас. Обычно вон там всегда паркую, за поворотом. А если нет, то вот сюда еду. А видите, перекрыли что-то. Странно. Холодрыга поднялся вообще. Чучу своего там птичку укрыла одеялами на балконе. Я его не заношу. А, что-то... а, это так и надо. Вот, ну, когда ветер вот так вот. Там хоть у нас на балконе не особо ветер, но все равно я его, в общем, укрыла со всех сторон. Потому что у нас ночью температура не опускается там 13-14 градусов. Вот, поэтому... за ваше здоровье. Поэтому вот такие вот дела. Я пошла уже спать. Блин, бедро так и болит. Представляете, как они меня там это... хожу, блин. Вот мне постоянно так после этого осмотра. Какое-то неудобно у них кресло. У гинеколога. И вот бедро по сейчас болит вообще пипец. Так, ладно. Пошла я отдыхать, потому что я сейчас, знаете, что делала? Это такое ужасное... дело надевать под одеяло в пододеяльник. Это просто катастрофа какая-то. Я готова постель менять хоть там каждый день, но пододеяльник надевать на одеяло — это просто какая-то кадрыга. Хоть как его там новомодными методами надевай, все равно это ужас. Вот, поэтому лето люблю, когда нет никаких пододеяльников, простынка и все, и зашибись. А зимой это просто кошмар. Ладно, так что наработалась, пойду отдыхать. Всего вам самого наилучшего, приятных и хороших выходных, и всем пока-пока, до завтра.